Народные депутаты от Батьківщины Юрий Одарченко и Степан Курпіль накануне 29 января зарегистрировали в Верховной Раде законопроект об амнистии по состоянию здоровья, если заключенный отбыл 1/4 своего срока, из которого половину провел в стационаре. Закон напрямую касается Юлии Тимошенко, но и другим уголовникам открывает двери. Если преступник сидит за избиение, продажу наркотиков, преступление против мира и безопасности, то проблемы со здоровьем помогут и ему выйти на свободу раньше срока.